В'ячеслав Сімченко – ініціатор проєкту «Безпека дитини». Відомий миколаївцям не тільки як бізнесмен та меценат, а як невгамовна, небайдужа людина. Постійно реалізує цікаві проєкти у різних напрямках. Впевнений, що суспільство потребує нових ідей, тому треба відповідати вимогам часу. Ігор Конвішер – тренер проєкту «Безпека дитини». Розробив програму тренінгів самооборони для проєкту, враховуючи психовікові особливості дітей. Вважає, що дитина повинна вміти захищати себе навіть у 5-річному віці. Тетяна Жарінова – адміністратор проєкту «Безпека дитини». Відома городянам не тільки як речник директора одного із заводів, а ще як адміністратор міських проєктів, виставок та заходів. Любить, коли Миколаїв розквітає креативними ідеями та незвичними цікавинками. Так, доброго ранку. Вітаю в нашій ранковій студії. Я дуже рада вас бачити сьогодні. І знову з таким проєктом, необхідним для Миколаєва, і для дітей, загалом і для батьків. Отже, «Безпека дитини». Вже другий рік поспіль буде цей проєкт. Пропоную вам зараз нагадати, про що він, чим він допомагає, і, можливо, як зміниться в цьому році, можливо, з минулорічним, які можливо, зміни. Да, действительно, в прошлом году мы запустили этот проект, достаточно так спонтанно, как все идеи рождаются. Это у нас было такое тоже определенное знакомство с Игорем, и вот в процессе где-то общения родилась такая идея провести такую серию тренингов по защите детей. Тогда Игорь полностью занимался этими вопросами, рассказывал детям, как себя вести в различных нестандартных ситуациях. Мы, к сожалению, часто в новостях, ну не часто, ну попадаются в новостях, да, такие мы читаем, что там что-то ребенок исчез куда-то, кто-то его увел, там какие-то непонятные ситуации, и зачастую дети действительно не знают, как себя правильно вести, хотя даже маленький ребенок всегда может, ну, если он знает, как правильно отреагировать, то повысить, скажем так, вероятность того, что с ним все будет благополучно, и избежать какой-то несчастный случай. И настолько тогда этот проект получился интересным, нестандартным, и получил большие отзывы, и в этом году решили продолжить этот проект и немножко его расширить. Немножко расширить. Добавили тут, будет еще отдельно тренинг по другим критическим ситуациям, как вести себя детям. Например, там, не дай бог, где-то ребенок оказывается в каком-то задымленном помещении, где-то какой-то пожар, где-то какая-то еще нестандартная ситуация, какая-то необходимая первая медицинская помощь. Даже не каждый взрослый может оказать первую помощь. Так, потому что бывают такие ситуации, сбывают. Конечно же, конечно. Дети тем более теряются в таких ситуациях. Поэтому, конечно же, в течение какого-то короткого времени не дашь ему ребенку полностью все навыки, но, по крайней мере, он уже будет понимать хотя бы где-то там какие-то нейронные связи потом, может быть, сработают. Все равно, что делать, куда бежать, как громко кричать і прочі. А чи пропонували, можливо, минулорічні учасники якісь свої теми, свої ідеї стосовно самого проєкту? Ну, это, наверное, лучше Таня расскажет, потому что так, чтобы прямо вся информация сводилась, сводилась к ней. Я владелец информации, властелин информации. Да, я немножко так, просто у меня какие-то там сумасбросы. Вы инициатор идеи, я думаю, это просто. Рождается, а потом уже те люди, которые умеют что-то делать, они уже это делают. А скажем так, так, чтобы люди что-то предлагали из идей, я не могу сказать. В основном это было, давайте еще, когда будет, когда снова, как мы можем еще поучаствовать, а давайте сделаем это там для длиной в год, длиной еще там как-то. То есть больше по насыщенности просили, и больше то, что опять-таки много людей не попали в проект, потому что силы наши тоже не безразмерны. Опять-таки, благодаря Вячеславу Симченко и НТРЗ, проект бесплатный для детей Николаева, это очень важно, потому что какие-то платные спортивные секции найти могут, но не все могут их посетить. Мы сделали это вот так, на такой основе. И в этом году, кроме тренинга по, собственно, самообороне, это, да, вопрос Игоря будет,
Мы добавили интенсив от ГСЧС, то, что мы по старой памяти называем МЧСники. Но это не лекции, то есть у нас скучных лекций нет. Так, у вас особенность практика. Определенная практика. Ребят повезут группами в их пожарную часть, в то место, где настоящие пожарные проходят свои тренинги. Это теплодымовые камеры, это реальная ситуация с выключенным светом, с загораниями, с дымом, потому что проблема реальная сейчас, и это подтверждали ребята МЧСники, проблема в том, что дети прячутся. И их невозможно найти в дыму, в темном помещении и так далее, случается беда, и это вот одно из основных, научить детей подавать сигналы, выбираться, не прятаться и так далее, и так далее. То есть мы, понятно, что не будем прямо совсем пятилеток учить тушить пожар, это не их задача, но задача есть, да, выбраться и выжить. То же самое подключился, и мы очень рады в этом году, Общество Красного Креста Украины. И опять-таки, это не лекция о том, как перемотать бинтиком пальчик, да? Но опять, ну, с чем дети сталкиваются? Играют там во дворе, еще где-то. Вдруг упал, разбил там, да, не знаю, порезал глубоко руку. Все должны знать, что с этим сделать, там, зажать рану, да? Все должны знать, дети, что не надо запрокидывать голову, когда у тебя с нос кровь пошла. А надо делать другое. Все знают, что если ты ожегся, надо бегом под кран с холодной водой бежать, а не мазать чем-то, что-то, как-то и так далее, и так далее. То есть обычные житейные ситуации, как кто кажет. В том числе дети должны уметь не растеряться и, например, вызвать скорую помощь бабушке своей. Это тоже очень важно, потому что реальные случаи, когда и люди какие-то там, дети, внуки были дома, а человек не мог получить помощь. Ну, у вас буде так, що не будете розказувати це заново, ви просто вже на практиці будете відпрацьовувати, щоб це швидше було, ну, да, в ситуації. Так, максимально практику, щоб діти отрабатували. То понятно, що ми не будемо резати руки нікому, але тим не менше, вони повинні розуміти, от що це, да? Какое-то дійство повинно бути, яке запам'ятається. А щодо того, щодо учасників, я так розумію, групи теж розподілили по віку, будуть різні. Скільки вже зареєструвалися і скільки буде? Ми далеко не відходили від прошлої ідеї, прошлогодньої, тому оставили ті ж самі три возрастники. Категории. Дети младшая группа это 5-7 лет, потом средняя группа 8-11 и старшая группа 12-16. Как всегда, пользуются спросом маленькие и средние группы, это пик. И за вчерашний день, как только мы запустили с утра рекламу, и до вечера мы уже приступили отметку в 100 человек участников. Пока мы запланировали 12 групп детей. Ну, посмотрим, куда мы еще вклиним, будем все искать возможности. Возможно, это будет чуть больше групп, потому что на утро я еще не смотрела, сколько регистрационных форм насыпалось на почту, честно говоря. Но вчера, к вечеру, к окончанию рабочего дня, сотку мы уже переступили. Я просто дивилась, навіть новини читала, и висвічувалася новинні стрічці, що багато людей вже просять, и просто навіть під постами десь, що а можна ще зареєструватися, а хочемо ще. Да, это потому что в прошлом году мы набрали 10 групп за 4 часа. И все помнят, печальный опыт, в кавычках, конечно, печальный, что действительно не попали. В этом году сложнее технически, потому что мы сводим на 3 тренинга, то есть один ребенок получает 3 тренинга по самообороне у Игоря, у МЧС и у Красного Креста. То есть один ребенок получит 3 разных занятия в разные дни, в разное время. Я вам бажаю просто наснаги це все організувати, тому що, як на мене, це дуже складно. Ігорю, до вас питання стосовно самооборони, саме стосовно вашого тренінгу, тому що він як ніколи необхідний, навіть не тільки для дітей, для дорослих. Ви розробляли його спеціально під діток. Як в минулому році вдалося їх навчити, і як будете в цьому році також втілювати ці тренінги і навички в життя, от саме дітям показувати? Ну, дійсно, під прошлогодній тренінг була розроблена авторська програма. Потому что до меня никто этого не делал. Никто не занимался интенсивным тренингом детей. Так. Вот. По моему мнению и по мнению тех родителей, чьи дети посетили тренинг, да, этот опыт был удачным. Программа была выстроена таким образом, чтобы не научить ребенка, а дать ему первоначальные навыки. Понятно, что за одно занятие научить невозможно. Да? Но какие-то простейшие навыки можно привить. Особенно при условии, и мы на этом настаивали, обращали внимание родителей, что по окончании тренинга, они, если не безразличны к судьбе своего ребенка, они должны с ребенком эти навыки обкатывать. Как правильно заявил Вячеслав, вот, наращивать нейронные связи. Скільки по терміну ще треба відпрацьовувати? Після того, як ми от побачили, навчились їх просто виконувати, щоб потім воно на автоматизмі вже йшло? Ні, ну тут нельзя сказати конкретне там, число назвати. Всі хочуть, скільки разів мені треба повторити прийом, щоб він почав виходити. У кого-то це 100 разів, у кого-то 1000. Діло в тому, що це процес. Чим більше ви повторяєте, тим це краще виходить. Можливо,
Чим такі заняття допомагають дітям, окрім захисту, от самооборона, чим ще допомагають? Ми говоримо зараз о разовому занятті або о постійному тренінгу? Навіть, ну, і постійно, і от просто от побачивши, от, вони їм вселяють якусь, можливо, впевненість в собі, чи як? Понимаете, как? Во-первых, мы не ставим собой, перед собой целью привить им уверенность в себе. Это самое последнее, что нужно делать для ребенка. Потому что для ребенка очень трудно разграничить уверенность и самоуверенность. Ребенок должен бояться на самом-то деле. То есть тренинг, да, тренинг начинается с того, что нужно бояться. Нужно бояться незнакомого взрослого. Нужно бояться толпу подростков, хулиганов. Нужно бояться переходить улицу на нерегулируемом перекрестке. Нужно бояться. Страх наш помощник на самом-то деле. Мы не прививаем уверенность. Наоборот. То есть мы, конечно, не стараемся не создавать из них параноиков. Это тоже неправильно, да? Но у нас цели другие. Вот. А насчет того, чтобы сколько нужно занятий, да, я уже говорил, что для каждого это индивидуально. Что еще дают занятия самообороны? Ну, Крав Мага, будем говорить конкретнее, потому что самооборона бывает разная. Я конкретно представляю Крав Мага Мали, как, собственно, можно догадаться, да, из футбола. Да. Понимаете, на одно занятие это очень мало. Это начальные навыки. Если мы говорим о регулярных тренировках, то это кроме навыков самообороны, достаточно устойчивых, достаточно надежных навыков, потому что, ну, я бы занимался, может быть, каким-то другим видом самообороны, если бы знал какой-то более эффективный вид самообороны, чем Крав Мага. Я не знаю другого, поэтому именно Крав Мага занимаюсь. Да, так вот, регулярные тренировки, они еще дают физическое развитие, они развивают гибкость, они развивают уверенность в себе, способности к коммуникации в том числе, потому что Крав Мага – это не только и не столько рукопашный бой, это комплексная система. От ви зазначили, що треба виконувати, ну, повторювати це із батьками. Чи просились батьки також на ці тренінги, чи, можливо, хотіли організувати окрему групу? Діло в тому, що ні. Ну, во-первых, ми коли проводили предыдущий курс дитячої безпеки, ми изначально родителям говорили, що не тільки можна, а нужно присутствовать на занятии і нужно записывать на камеру происходящее для того, щоб это освежать в пам'яті і постійно отрабатывать навыки. Это раз. Два. Почему-то родители зачастую уверены, что опасность грозит только ребенку. А вот он, потому что он взрослый, вот он уже совершенно может постоять за себя. Но это тоже самообман, продиктованный там различными побуждениями, там кто-то ленью, кто-то опасной самоуверенностью, что я взрослый, я могу отбиться. Мы не просто дивимося, а повторюємо за дітьми поруч також. Можна просто посмотреть, пролистать ленту в Фейсбуке, что происходит в Николаеве. Да? Ежедневно практически бьют, грабят. Недавно изнасилование в Николаеве произошло. Жесть, да, и поэтому и родители тоже должны заниматься. Зачастую даже взрослый человек в критической ситуации не может вспомнить, как позвонить, вызвать пожарную, как вызвать скорую, то есть элементарные вещи, но тем не менее все равно люди теряются, даже взрослые. Вот, поэтому оно однозначно полезно как детям, как и взрослым, все равно даже где-то освежить и как понять тоже себя в бывают нестандартные ситуации, и взрослые, и женщины, и девушки, тоже бывает все, что угодно. Тому треба відпрацьовувати це для себе. Ну, по крайней мере, какие-то элементарные ну, еще, навыки. Да, я дополню Вячеслава, еще штука в том, что Крав Мага, она, по сути, универсальная, и те навыки самообороны, которые даются детям, вполне с успехом могут использоваться и взрослыми. То есть родитель, посмотрев, как занимается его ребенок, может перенять и для себя определенные моменты, там, тактику поведения на улице, тактику общения с незнакомцем и тактику самозащиты в том числе. Ну, давайте коротенько еще раз. Чи є взагалі ще можливість записатися дітям на цей тренинг, и скільки він буде тривати в цьому році, от, приблизно? В любом случае, уже прямо сейчас нужно идти в Facebook, найти страницу «Безпека дитини», по всем новостям живая ссылка на нее есть. Там есть регистрационная форма, ее нужно подавать, потому что я вижу уже общую сводку и распределяю вот, вот все падающие на электронную почту заявки просто по группам возрастным и вывешиваю уже там же на странице «Безпека дитини» полностью списки, когда, какая группа, фамилия, когда идет, куда занимается. Поэтому записываться сегодня явно еще можно и нужно, пока это будет 12 групп точно, и это мы закончим примерно к середине мая, это в лучшем случае, потому что выпадают праздничные дни. Но, скорее всего, до конца мая, вот, где-то мы будем распределять группы. Так, друзья, обовязково зараз шукайте у Фейсбуці «Безпека дитини» и записывайте свою дитину, чтобы она была действительно завжди в безпеці, знала, как за себя постоять. Я дякую вам за то, що ініціюєте такі проекти, організовувати, тому що це дійсно необхідно і в будь-якому місці, не тільки в Миколаєві, за дитину думати. І просто, щоб вона і сама за себе могла постояти. В'ячеслав Сімченко, ініціатор проекту, Ігор Конвішер, тренер проекту та Тетяна Жаринова, адміністраторка проекту, були сьогодні у нас в гостях. Тож, друзі, поспішіть, поки
такий є час, обов'язково запишіть свою дитину, і вона буде вміти за себе постояти. Красиво.